A Russian courthouse is surrounded by angry protesters. These emotional scenes played out as the trial of a group of Crimean Tatars reached its climax in September 2020. The crowd was there to support the defendants. Among them, Mumina Saliyeva, whose husband Seyran was in the dock. The couple had been fighting for human rights from the beginning of Russia's illegal occupation of Crimea in 2014. Уже спрашивала, как дальше мы будем жить в Крыму или за пределами Крыма. Муж сидел уверенно и говорил, мы будем продолжать быть в Крыму со своим народом. Soon after seizing control of Ukraine's Crimean Peninsula, Russian security forces began arresting local Tatar activists. They're members of the Turkic-speaking, predominantly Muslim ethnic group that is indigenous to Crimea. Mumina says she helped Seyran with citizen journalism, documenting events and assisting the families of victims. In May 2016, the crackdown intensified with raids in Bakhchisarai, the couple's hometown. Первые потрясения общественности Бахчисарая, когда прошла массовая волна обысков в домах бизнесмена, строителя, известного повара, стоматолога. Их несправедливо посадили в места лишения свободы. Их сейчас нету с нами. Around a month later, Seyran addressed a meeting at a mosque about what was going on. He was fined for organizing an unauthorized rally. It was, says Mumine, a warning. Мы с мужем обсуждали о том, что это первые сигналы, которые направлены на активистов для того, чтобы остановить их деятельность либо выдворить за пределы Крыма. И после этого у нас снова были дискуссии относительно того, готов ли он к тому, что произойдет переформатирование административных делопроизводств, и это выльется уже в уголовное дело. И он у меня спросил, а ты готова? Я ему сказала, если готов ты, то я готова. The couple knew they were exposing themselves and their children to a huge risk. But they continued their work for more than a year. Then, on October 11th, 2017, Russia's Federal Security Service raided their home. На протяжении более 4 часов проходили обыски. Помимо гаджетов ничего не нашли, причем что искали оружие, как они это говорили, в детских портфелях. В книгах, в научной литературе, в моих статьях, в религиозной литературе. Они абсолютно ничего не нашли. As Seyran was taken away, he made a final defiant gesture. По сути, за журналистскую деятельность мужа, за его освещение тех судебных процессов, которые происходили в Крыму, за его участие в общественных кампаниях по защите политзаключенных. By this time, Russia was facing growing international criticism for its treatment of Crimea's Tatar population. There were increasing reports of arrests, disappearances and killings. Seyran and several other men were charged with terrorism. Mumine addressed the Organization for Security and Cooperation in Europe, saying their arrests were part of a wider pattern of human rights abuses. Уже насчитываются десятки уголовных кейсов, сотни административных взысканий. Более 100 детей лишены отцов, более 100 детей лишены кормильцев. Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем не единичные случаи дискриминации. Этот фактаж – ничто иное, как репрессия всего крымско-татарского народа. Наша история гласит… The trial began in 2019,
in Rostov-on-Don, some 700 kilometers from Crimea. Тем государствам, которое избрало способом установления порядка этот... Я к вам обращаюсь. Я заставляю повторять несколько раз. Значит, в своих выступлениях воздерживаюсь от оскорбительных провокационных выражений. На самом деле, не оскорбляю, что меня террористом называют. Так? Вам предъявлено обвинение в установленном законном порядке. Я и мой народ с этой реальностью не согласимся и не сломаемся. Нас можно убить, но невозможно сломать. Hundreds of Crimean Tatars travelled to the city for the verdict in September 2020. Mumine secured access to the courtroom as a journalist and sat just 2 meters from her husband. Мы контактировали взглядами. Слышать приговор – это по практике всех судов достаточно сложный процесс. Я не дала ему понять, что я переживаю. На моих глазах не было слез. Я его фотографировала, снимала видео. И когда судья Зубаиров зачитывал приговор, я тогда услышала 16 лет. И я сама себе сказала: ты должна быть готова. А ты вообще готова? А на то, что ты через 16 лет сможешь воссоединиться с мужем. Later, when Mumine came to visit Seyran in prison, she took their 6-year-old daughter, Safiya. The girl was a baby when her father was arrested and only knew him from photographs. И она вот так вот подходит и его за ноги вот так вот обнимает, вот так вот, и вот так поднимает голову на него и говорит: так вот ты какой, бабашка. И он ее поднимает, начинает тискать, обнимать, она с его бородкой играет. Он плакал, она его целует и вытирает слезы. И потом уже, когда мы вернулись со свидания, он мне написал в письме. Я, говорит, больше всего боялся почувствовать дистанцию между ею и мной. Я боялся, что она будет ко мне относиться как к чужому мужчине. Я, говорит, благодарю тебя за то, что ты смогла привить любовь ко мне сквозь расстояние, сквозь разлуку. After an appeal, Seyran's sentence was reduced from 16 years to 15 years. In the meantime, Mumine had had her own run-in with the Russian occupation authorities. In 2019, she was dragged off the street in broad daylight. Крупные мужчины, ничего не объяснив, просто затолкали меня в большую машину и не оговаривая, куда они везут меня. После данного задержания я не остановила свою деятельность. Following Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, Crimea has become part of the battlefield. Russia uses it as a base for attacks on Ukraine, and Ukrainian forces have struck Russian targets on the peninsula. Mumine continues her work, documenting human rights abuses and supporting people whose loved ones have been arrested. She's also raising 4 children alone and studying for a PhD in economics.